Ну, ребята, выбирайте наших деток. Смотрите, какой у нас цветник, а? Это девочка у нас. Темные мальчишки. Да. Еще вот такие медвежата есть. Ребят, это малыши, которых мы нашли в коробках, на обочинах, на остановках. Как видите, детки подросли. Мы сделали им первую прививку. Друзья, выбирайте деток, пожалуйста. Потрясающие, замечательные дети. Кажись, какой ты у меня красивый. Это у нас мальчик. Мальчик у нас красивый, да. Такие лапы у нас, да. И нам всего 2,5 месяца. Нам 2,5 месяца. Вот такие у нас дети. Да, красавчик мамин? Все, мальчишка у нас. Покажи морду маме. Покажи маме морду, здесь складочку. А вот это у нас единственная красавица девочка. Да, сестричка. Вот такая у нас красавица сестричка. Да, нам 2,5 месяца, ребята. Вот такой ребенок у нас. Весит почти 10 килограмм. Вот такое у нас дитё. Да, ты чего кряхтишь так? А? Тяжело, на руки взяли ребенка. Вот такого ребенка на руки взяли, да. Это у нас мальчик. Покажи мордашку. Красивый мальчик мой, красивый, да. Вот такой ребенок. То ли сербернар, то ли алабай. Мы не знаем, кто это, но кто-то очень большой, потому что ребенку 2,5 месяца, а он весит почти 10 килограмм. Вот такой у нас мальчик. А всего у нас их 4, но у нас разных много. Так, ну-ка, ребят. Вот это 4-й и 3-й мальчик, потому что у нас 3 мальчика и 1 девочка. Вот это у нас 3-й мальчик. Лапы, здравствуйте, да. Лапы вот такие, нам 2,5 месяца. И мы срочно ищем дом. Прививку первую мы уже сделали. Вторую прививку будем делать через 2 недели. Так что вот такие у нас детки. Вот его остальные братики и сестрички. Еще у нас вот такой мальчишка. Да, вот такой ребенок. Нам 2,5 месяца. Мы красивые дети, очень красивые. Да? Вот такой у нас мальчик. Он ждет семью. Ребята, пожалуйста, выбирайте ребенка. Приезжайте к нам за детками. У нас потрясающие детки. Малыша нашли на остановке в коробке. Так что, друзья, пожалуйста. Он не виноват, что родился бездомным. Пожалуйста, мои хорошие. Выберите ребенка. Он правда замечательный. Маленький, показывайся. Ты же у меня такой красивый. Да. Лайчонок у нас. Такой красивый лайчонок. Да. Хвостиком виляем, виляем. Мы хорошие дети. Это у нас мальчик. Мальчик. Красавчик наш. Ребенку 2,5 месяца. Он тоже будет крупным. Хороший ребенок. Это тоже мальчик. Красивый лайчонок у нас, очень хороший ребенок. Да, 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 красавчик. Все, у нас их 3 таких красивых детей. Все, и мы ждем дом. Дом, ребята, ждем. Так. И мой красавчик, тоже мальчик у нас. Все, 3-й мальчик. 3-й красивый ребенок. Да, со всех сторон покажем. Вот такой, да, красивый ребенок у нас, пушистый. Замечательный. Он у нас лайчонок. У нас 3 мальчишки. Вот таких красивых, просто чудесных. Ребята, выбирайте. Сейчас ребенку 2,5 месяца. Сделали первую прививку. Через 2 недели сделаем вторую. Ребят, ну и еще у нас вот такая кроха девочка есть. Вот сразу видно. Изящная, нежная, красивая. Да? С белой полоской и таким с перышком на лбу. Красавица девчушка. Красавица девчушка, ребята. Удивительная, красивая деточка. А, мамина красавица. Приезжайте, друзья, приезжайте. Вот такая кроха ждет вас. Все, ребенок, покажись.
А вот это, ребята, у нас девочка. Вот такая нежная, а такая абрикосовая девочка, да. Кофе с молоком такое красивое у нас. Да, такая красивая абричка у нас есть. Ребята, это девочка. Потрясающий ребенок, да, такой потрясающий, замечательный ребенок. Такая поцелуйка. Такая красавица девочка. Друзья, выезжайте, приезжайте. Малышки вас ждут, да? Приезжайте. Абрички уже сделали первую прививку. Приезжайте, мои хорошие, мы вас очень ждем. Очень нежного цвета ребенок, очень нежного. Приезжайте, ребенок ищет семью. Очень-очень ищет. Ну, а это чудо вообще красивое в белых носочках, в белой манишке. И вот такой красивый у нас джентльмен есть. Да, ты красавчик маленький мой. Да, ты у нас мальчик? Мальчик, красивый, я же говорю, джентльмен. Ребят, ну просто удивительной расцветки ребенок. А, такой нежный, такой красивый, такой мордатый, такой вреднючий, да? Ребята, потрясающий друг, потрясающий. Приезжайте, ребенок очень-очень вас ждет. Пожалуйста, мои хорошие, приезжайте. Вы нужны нам, вы нужны нашим детям. Мои хорошие, такая небольшая пиар-компания чисто для малышей. Чтобы вы просто познакомились с нами на первый раз. А потом приехали к нам на выбор. Так. Лапочки сюда. Покажи мордочку, мой красивый. Вот такое дитё у нас симпатичное, непонятно кто. Но очень обаятельный. Просто удивительно обаятельный мальчишка. Ребята, малыш ждет вас. Вы забыли приехать к нам. Вы долго ищете, а он вас ждет здесь. Он самый настоящий друг, самый веселый, самый преданный, самый лучший. Вот такой белоснежный, вот с таким рыжим ухом. Друзья, приезжайте, пожалуйста. Малыши вас ждут. Малышу 2,5 месяца. Первая прививка сделана. Приезжайте, мои хорошие, выбирайте. Ну все, ребята, пиар-сессию я закончила. Все, сейчас мы закончим второй отсек и рассадим малышей. А пока, ну видите, какой у нас цветник красивый. Друзья, приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. Выбирайте наших малышей. Они у нас удивительные. И причем есть на разный вкус и цвет. Есть вот такие огромные. Хотя по возрасту всего 2,5 месяца вот этим деткам. Да, всего лишь 2,5 месяца нашим деточкам. Есть вот такие лайчата. Да, есть вот такие братик с сестричкой. Да, мои красивые. Есть вот такой красивый волчонок. Есть два вот таких вот... Эти устали, эти спать легли. Все, скажи, устали от внимания. Ну и ладно, ребята. Приезжайте, мои хорошие, к нам. Пожалуйста, приезжайте. Такие малыши ждут вас. Ждут, ребята, приезжайте, вы нам нужны. И детям нужна семья. Пожалуйста, мои хорошие, мы всех-всех вас ждем.